6, extra long, 30. Вот, сейчас вроде вот этого нет, но появилась какая-то вот эта вот пустота. Классно, кстати, тут прошел. Хей, здорово, народ! С вами я, Виталий Вит, вы находитесь на канале Русский Сим Рейсинг. И сегодня у нас на таком мини-обзоре игра, хотел сказать, Dirt 4, Dirt Rally 2.0. Но покупать ее, конечно же, не буду. К чему я это говорю? Потому что я не стесняюсь, я повторюсь, хорош. После четвертого дёрта я уже, знаете, как заведомо прям оплачивать предзаказ никогда уже не буду. Разочаровался я немного в кодмастерсах. А именно с четвертого дёрта начиная, это вообще ужас. Они туда и привлекли и Росберга, или кто там был, там я уже не помню, ралли-кроссовый красавец этот. И все там вообще говорили прям реализм. На деле оказался прям вообще вот прям вот... Ну, тухляк полнейший. Я, конечно, там что-то пытался, там делал какие-то видосы, хот-лап, но зацепить вообще не зацепило. Последнее, что меня зацепило, это был второй-третий дёрт там, да, ну и первый вот я проходил недавно. Ладно, короче, на сегодня у нас мы имеем вот такую вот игру от Torrent Edition. Спасибо, как говорится, моим бывшим спонсорам за то, что подогнали игру. Короче, на сегодня мы что имеем, то имеем. Torrent Edition, только так теперь с кодмастерскими играми, только так. Пока раскусим, распробуем, расчухаем, и тогда мы уже будем покупать полноценную версию, признаюсь. И первый этот дёрт особо мне не заходил. Почему? Я тысячу раз это повторил, кто меня давно смотрит. Ну, еще и скажу на реплее. То же самое, что касается карьеры. Естественно, вы сами понимаете, да, это у нас, повторюсь, Torrent Edition, так что у нас тут карьеры нету. Пока вот я пробую, пока кунаюсь, если зайдет, тогда, может быть, приобрету. Но я не знаю, товарищи. Если кто хочет задонатить, приобрести мне эту игру, с удовольствием тогда буду проходить эту игру. Но за свои деньги не. Пока вот я сейчас на стадии вот этого вот пробования. Так, ну а сегодня... Погнали, сейчас возьмем отдельно взятый автомобиль. Я не помню уже даже, как даже название автомобиля не помню. То ли Citroen, то ли старый какой-то вообще. И трассу вы посмотрите на реплее, и в конце, да, этого ивента будет там разбивка, грид какой, да, кто на каком месте, и увидите, какая трасса. Так что вот так вот. Сухо, как всегда, от меня, строго, по делу, без всяких там графическо-деревянных там объектов. Просто вот именно вот что по физике, что мне понравилось, что не понравилось. В общем, сначала, короче, хот-лап, типа, вот, а потом потрещим дальше на реплее. Погнали. Slow 50, two right.
left long. Into three, right. Four, left. Into six, right. Extra long of a crest. 60. Six, left long. Tightens four. Into six, right. Keep left of a 30. Three, right tightens. Into four, left long. Into caution. Three, right long. Tightens two. 100. Three left. 30. Two right long. Opens up a crest. 30. Four left. Into five right. Into three left. Opens six. Extra long. 30. Keep left. Into two right long. Into six left. Into three right long, opens. Into six left, extra, extra long, tightens four. Keep right of a 50, three left tightens. Into four right, 30, one left long, tightens. Right. Into one right of a finish. Into two left. Into three right to stop. I think we've done it. Let's check the times. Хе-хей, ну чё, глянем повтор и немножко поговорим. Не знаю, как начать разговор по этой игре. Что я хочу сказать? Когда я только начал, короче, её пробовать, прям один в один четвёртый дёрт. Ну, наверное, по краскам. Вот эта вот желтизна с оранжевостью, прям вот сразу бьётся четвёртый дёрт. Потом я как бы вспоминаю четвертый дёрт, да, вроде управление не такое тупорылое, как бы, вот. Потом я вроде понимаю, что это тот же первый дёрт ралли, да. Но оказывается нет, совсем это не первый дёрт ралли, а что-то пропало. Для меня приятная вот эта вот обратная отдача на приземлениях, вот когда после небольшого трамплинчика прыгаешь с вывернутым рулевым колесом, у тебя сразу прям вырывало вообще все вот это вот руки. Вот, сейчас вроде вот этого нет, но появилась какая-то вот эта вот пустота, классно, кстати, тут прошел, пустота в центре небольшая, вот. Так, в принципе, нормально, но, блин, что-то не хватает, что-то не хватает, не могу понять чего, какой-то четкости, наверное, все-таки в первой части на руль приходило все-таки, наверное, побольше информации, что ли, я пока не могу понять, вот, цеплять, пока меня ничего тут не зацепило, поэтому я и не делаю никаких обзоров, что их делать, тухлить, там, не знаю, там, рассматривать краски, деревья, там графика один в один первого дёрта, ой, дёрт ралли первый, да, ничего вообще нового. Плюс повторю, что добавили красок от четвёртого дёрта, вот это, опять же повторюсь, оранжевого желтизны вот этой. По управлению пока не могу понять, почему взял такую помойку, ну просто она заднеприводная, захотелось немножко побеситься, пока не на мощной тачке, вот, подергать ручник, как задний привод будет с ручником это все дело делать. Так что пока вот так, это мои первые такие впечатлы, обзор я по ней явно делать не буду, игра не тянет для меня на место топа, вот. Почему? Да потому что первый дёрт ралли для меня вообще не тянул на место топа. Я после, не знаю, также с удовольствием играл в Richard's Burst Rally и не возвращался. Вот из-за вот этого обратного вот этого удара в руль меня так это бесило. Даже делаешь на меньшее там соединение шин с дорогой, да, там
все равно вот это все вырывало. Я не знаю, меня бесило это бешево. Вот. В принципе, вот так вот. Пока вот, давайте остановимся на этом. Первые впечатла мои вот такие вот, ребята. Всем удачи на реальных и виртуальных трассах. С вами был я, Виталий Вид. И пока-пока.